Привет, с вами Лунная Дракониха. И сегодня будет очень интересное видео, потому что я вам покажу свою коллекцию КБД. Так скажем, моя коллекция Карпучи Дракона, именно фигурка от Спинмастер 2021. Да, я в прошлом году делала подобный видос, но с момента его выхода моя коллекция значительно пополнилась. И причем намного. Тем более, меня неоднократно просили в комментариях сделать обзор на всю мою коллекцию. И, кстати, да, в моей комнате периодически обновляются полки с драконами. И иногда даже что-то не помещается. В общем, будет очень интересно, так что не забывай нажать на кнопочку подписаться и нажать на колокольчик и обязательно поставить лайк, если вам данное видео понравится. Ну что ж, погнали, я предлагаю перейти к самому видосу. Итак, перейдем к самим полочкам. Итак, это мой злобный змеевик. Кстати, да, это спойлер, на него скоро выйдет распаковка. Он пока что временно стоит тут на фоне рюкзака КПД. Обожаю этот рюкзак. Также здесь висит мой плакат. И, кстати, я его еще не успела повесить, так что буду этим заниматься. Здесь стоят мои дракончики среднего размера по всем частям КПД. Ну, кроме Луни. Сверху самые большие фигурки моей коллекции. Это огнедышащий Беззубик 2010 года и коллекционный Беззубик 2014. Они у меня стоят сверху на шкафу. Вот так вот они классно смотрятся вместе. Далее здесь стоит Кривоклык Делюкс и, кстати, на фоне своей коробочки. Тут висит мой плакат. Огромный плакат. Обожаю его. Это новая полочка, здесь набор «Битва с Красной Смертью». Они у меня стоят тоже сверху, на фоне коробочек. Я вот поставила коробки вот таким образом, мне это очень нравится. Здесь «Ночное сияние» Фанко Поп. Огромный Фанко Беззубик, и сверху стоит Кривоклык. И там выше можете видеть коробки очень-очень высоко. Опускаемся пониже, и здесь стоят тоже дракоши. Вот такие вот здесь у меня стоят персонажи. И, кстати, сзади вот вы видите светильничек. Очень прикольный. Также здесь мягкие. И вот такая вот картинка из пазлов. Я ее недавно собрала. И, кстати, в подарок эти пазлы положили какому-то заказу каких-то драконов, по-моему, из Америки. Далее здесь у меня мини-коллекция дракошек из Макдака. Здесь две Грангильды, Ворчун и вот такой вот фиолетовый. Забыл, как он называется. Здесь деревянная полочка с моей коллекцией совсем маленьких дракончиков. Вот здесь я, кстати, подписывала Карпучи Дракона, но вот здесь вот не очень надпись получилась. Вот, и здесь все они стоят сверху. И, кстати, эта коллекция скоро будет пополняться. Также здесь моя КПД-сумка и мой любимый КПД-пенал. Тоже КПД. Ну, это из-под курасанов, наклейки, из фишек. В общем, думаю, что вы их все знаете. Там мой большой дракон из резины, которого я делала. Это, кстати, сапфиром, вон там вот далеко. И коробочка из-под того самого змеевика, на которого скоро выйдет распаковка. Это новая полочка, здесь стоит моя новая ДФ с черносветиками и Костелом 2010 года. Также здесь коробка от самой ДФ и на этой коробке Пастиголов 2010 года, на него недавно вышла распаковка. Кстати, возможно, в будущем эта полочка будет дракончиков 2010 года, но я пока не решила, поэтому сюда я присвоила дневную фурию. На этих полках тоже обстановка поменялась. Здесь валяется щит от Атекинга. Не знаю, что он тут делает. И здесь стоят вот такие персонажи. Кстати, да, спойлер, здесь стоит новый Ворчун. На него я тоже скоро сделаю обзор. И Шепот Смерти, вы его уже видели. Вот. Кривоклык. Хейвен. И, кстати, вот этот Беззубик поддельный.
Пододвигаемся чуть выше. И здесь стоят дракончики по третьей части. А вот в этом вот, в этой косметичке у меня лежат всадники, тут очень много. Вот кто стоит чуть выше, шепот смерти, беззубик и кривоклык. Тут стоит смутьян, он большой, поэтому он стоит здесь один вот в полке. И над этими дракошами еще одна полочка. Здесь стоят беззубики 2010 года. Мои любимчики. Классные беззубики. И на самой верхней полке здесь стоит огнедышащий беззубик. По второй части. И вот этот вот дракончик, который может наблюдать за вами. И, кстати, да, он бумажный. Но это мой самый большой стеллаж с КПД в моей комнате. Вы его, кстати, уже видели. И вот это все я тоже уже показывала. Это я вот так оформила. Покажу вкратце в основном то, как здесь поменялась обстановка. Есть этот беззубики, мягкий беззубик из Биллы. И еще вот этот вот. По второй части. Чуть ниже, как бы я показываю сверху стеллажа. И ниже стоит полочка с такими достаточно редкими драконами. Вот так вот. Здесь наклейки Панини и журнал аниме тоже пополнились. И книжечка «Энциклопедия драконов». И также табличка для сравнений. Ниже стоит вся коллекция драконов со всадниками. Здесь «Роза ветров», «Грозокрыл», «Бронекрыл», если не попутала название, «Беззубик», «Кривоклык», «Громгильда», еще одна «Громгильда». Еще чуть ниже достаточно заполненная полка. Здесь стоит ловушка, пристеголов, громобои, кипятильник, крушеголовый и ловушка побольше, эту ловушку поменьше. И такая полка внизу, здесь стоит громгильда, грозокрыл еще один, беззубик стоячий, скай. Вот, кстати, я его отмывала, и теперь на нем нету его узоров. Вот, он как бы отмытый. От краски я решила, что я его сделала обычным беззубиком, поэтому, в общем, он вернулся в свое первоначальное состояние. Также здесь стоит Луни, да, и вы очень давно не видели в видео, а все потому, что я решила ее пока не снимать по кое-каким причинам, но здесь она на стеллаже все равно стоит. И пристеголов в колесе, а так и колесом. Далее вот здесь вот в баночке, в такой... Здесь я хранил стрелы, какие-то запчасти, но в основном здесь стрелы и какие-то дополнительные плюшки для драконов. Вот, они у меня все находятся здесь отдельно, чтобы ничего не потерялось, не улетело и вообще все в одном месте. Далее здесь хранятся коробки. Здесь вот от пристеголова, еще вкладки, это от снежного призрака. Ну, в общем, здесь у меня такое сборище коробок. Но в основном все мои коробки находятся в другом месте, и я их планирую перевести сюда, в мою комнату, и у меня есть одна идея, чтобы их тоже расставить красивенько, чтобы все было, в общем, вот так. Ну и тут то, где я снимаю, и тут стоит Луни на своей пещерке. Здесь на стене висят 3 плаката. Вообще, в моей комнате висят еще несколько плакатов, но их нужно повесить, так как я их перевозила. И в скором времени я их тоже повешу вот сюда. И вот сюда. И, кстати, здесь висит такой пазл с Эггингом и Беззубиком. И вот здесь вот тоже висит пазл. Большой достаточно. Классный. Ну и, в общем-то, на этом все. Это моя коллекция КПД 2021.